выбыли-то? Задача на сезон для них очевидна, да, Георгий? Да, задача одна – вернуться в третий дивизион. Но выполнить ее будет очень непросто. Ничего, даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Матюди. Такие передачи придают атакам остроты. Плохая передача. И прерывает ее защиту. Папастатопулос. Атака продолжится через фланг. Прекрасная передача. Плохая подача. Защитник первым на мяче оказывается. Альба Рамос. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти навес. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Все верно. Пора сместить акцент атаки. И снова аут. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Очень грубый подкат. Игры в мяче близко не было. Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Левандовский. Де Росси. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Ох, ну вот это зачем было исполнять, дорогой мой? Да, этот парень всех подвел. Пока неплохо. Удар. Штанга. Ибрагимович. И это гол. Первый гол в сегодняшней игре забит. И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч в ворота. Откровенно издевательский гол, конечно, и сразу видна разница в классе конкретных футболистов. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. На пару решили разыграть эту комбинацию. Игра остановлена, штрафной. Де Росси. Папастатопулос. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Можно играть дальше, считает арбитр. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Играет он головой, сумел сохранить мяч у своей команды. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Тут может что-то получиться. Мяч за пределами поля, угловой. Он накручивает соперников одного за другим. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Микин. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение.
Микер. Папас Татопулос. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Пирло. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Де Росси. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? И арбитр показывает желтую карточку. Посмотрим за этой атакой. Отличный удар. Стандарт – это всегда возможность забить, а им нужно забивать и сравнивать счет. Альба Рамос. Микер. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Мяч за лицевой линией, его ведет в игру вратарь. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Матюди. Это может быть опасно. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. Хорошая передача. Ба! И справляется вратарь с этим ударом. Свисток арбитра угловой. Спасает он свою команду. Мяч летит в сторону ворот. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Матюди. Лукак. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Де Росси. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Альба Рамос. Какой шанс! Прекрасная передача. Пока неплохо. Решил пробить. Корнер. Отличный шанс увеличить свое преимущество.
просит поторопиться игроков хозяев болельщики гостевой команды, свистит их сектор. Ничего удивительного. Гости проигрывают, а хозяева отказываются форсировать события. Это ему абсолютно ни к чему. Потеряли мяч, оказался он за лицевой, и это значит удар от ворот. Этот матч, мне кажется, имеет хорошие шансы стать настоящей новостной бомбой. Если в течение ближайших минут фавориты не соберутся, не отыграются, грянет настоящая сенсация. Опасно! Гол! 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 Посмотрите, как он буквально постелил мяч по газону. Никакой растяжки вратарю тут не хватило бы. Довольно неожиданный гол, но они все-таки контролировали игру и чаще били по воротам, это факт. Бесспорно, Георгий. Они выбрали правильную тактику, и я думаю, что это оказалось сюрпризом для их соперников. Попасть от Тополоса. Хорошее оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу? Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Тут может что-то получиться. Хорошая подача, но защита на чеку. Пошли последние полчаса игры. Матюди. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. Мяч покинул пределы поля. Это не вбрасывание. И как пробил. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Зафиксировал судья нарушение, штраф отложил, а теперь получите и распишитесь. Ну, кто-то назовет его злопамятным, ну а кто-то, наоборот, справедливым. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Это может быть опасная атака. Лукаку. В этой атаке оборону пройти не удалось. Неточный удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Пирло. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Вот это удар! Защита надежно играет. А ну-ка, давай вторую желтую. Скажи, вот насколько, на твой взгляд, оправданно идти в столь жесткий стык в подобной ситуации? Трудно объяснить. Глупый фол, прямая красная. Но тем интереснее смотреть дальше будет, потому что вечер перестает быть томным. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Невнятный пас получился, и мяч уходит за боковую. Не может команда распечатать ворота соперника, а время-то уходит. Болельщики стараются помочь своей команде. Да, в этом матче нужна победа, и трибуны сделают все, чтобы помочь команде ее добыть в оставшиеся минуты. Это может быть опасно. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открыва. Он бьет. Какой сейв! Вратарь творит чудеса! Мяч будет введен из аута.
Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Вот это спасение! Судья показывает, что будет угловой. Мабуба! Решил пробить. Де Росси. Хороший сейв. С реакцией все у кипера в порядке. Может получиться интересная атака. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Оборона расположилась очень грамотно. На грани офсайда действовал игрок и все-таки попался в ловушку. Оригинально сыграно, мяч остается у них. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Посмотрим за этой атакой. Хороший момент! Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Арбитр назначает угловой. Папастатопулос. 4 минуты добавил судья к основному времени матча. Матюди. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Ну что же, матч окончен. Пока неплохо. Удар. Штанга. Ибрагимович. И это гол. Первый гол в сегодняшней игре забит. Опасно. Гол. 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 Смотрите, как он... Решил пробить.